Идите все. О, ничего себе, Мэдалин. Вот это сюрприз. Ты реально хочешь доверить мир вот этим людям? Всем привет. Мы в игре Dragon's Dogma. Dark Horizon. Проходим в соло, проходим на сложном режиме. И, наверное, это будет последний эпизод этого прохождения. Я думаю, что сегодня мы закончим. Убьем ледозмея, доберемся до Эверфола. Отдадим 20 камней. И там уже чисто дело техники будет. Вот, поэтому как-то так. Тут очень много гарпий сидит, я заметил. Вот это не гарпий. О, о, прилетело сюда. Сюда прилетело. Зачем? Маска убийцы. Маска убийцы. Очень много золота здесь оказывается. Возле стен. Или до змеи-то. Ну и как всегда, грифонный доспех. Что вы тут все летаете? Слетели с нарику. Ладно, нам надо далее торопиться, так как мы в эндгейме, можно сказать. Так, стоит ли у меня рядышком кристалл? Я не думаю. С алтарем этим. Да. Нету, нету, нету. Ну тогда с Касаргиса, наверное. Касаргиса быстрее, по сути. Так. Сейчас только скинем все ненужное. Скинем все ненужное. И пойдем дальше. Задания висят. Форт тени. О, не, спасибо. Ха. Вон Мадлен. С радостью помогу. Так. Он там сидит или стоит? Он такой маленький, серьезно? Вау. Плащ алхимика. Смотри-ка у нее. Колечки какие интересные. Но учитывая, что мы идем к Вирму, конечно, это был, имело бы какой-то смысл.
Но... Я думаю, что он даже сделать ничего не успеет толком. Ёлки-палки. Он реально такой маленький. Он очень маленький. Как ребенок. Я никогда сюда не заходил. Ну, здесь-то, естественно, я был, а вот к нему сюда я не заходил. Ладно, раз уж мы в Кассардисе, надо проверить своих. Salutations. You are ever my knight in gleaming armor. I couldn't abide living in this cursed. But as I fled, I was captured by the dragon. And my father would never. There was a time. But when the moment came, then you came. You have saved me, sir. Да, такой прям рыцарь в сияющих доспехах с головой Минотавра. Ну, я смотрю, здесь все хорошо. Ой, она сейчас начнет за мной бегать какое-то время. Ой, милое создание. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. У нее анимация бега самая женственная. Мне кажется, даже в настройках такого нет. Ну иди домой, все. Иди домой. Можешь рыбой заняться. Так, ну ладно. Ну ладно, сейчас проводит. А мы можем даже, в принципе, все, ушла. Дальше не идет. Пошла домой. Мы же можем отсюда пройти. Мне кажется, так даже быстрее будет. Да, возможно. Крыски, мышки. Не знаю, будет здесь кто тусоваться-то, нет? Здесь кто угодно сейчас может быть, я чувствую. Просто кто угодно. И... А, ну, разбойничек. Начинайте со слабых. Где ты тут слабых увидишь? Начинайте, говорит, со слабых. Смотри-ка, он не умер. Слышь? Здесь, наверное, тоже разбойник сидит. За дверью. Не-а-не. Не знаю, насколько я сократил, мне кажется, быстрее отсюда идти. Уже перекресток сразу. Там вон форт. Причем так уже. Блин, с этой барышней опасно.
заряжать себе что-то. Попало, да? Попало. Бывает. Адский гонщик? Да? 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 Да! Адский гонщик. Огня не боятся. У меня только огонь. Ну еще свет. Ну свет, что свет? Свет не достанет. Эх, не попал я по ней. Он замедлен еще там. Поэтому он будет очень медленно меня с собой нести. Слушайте, ну... Быстро что-то выделено страдание, да? Ёлки. Дойти надо, ё-моё. Не оставил ничего там. Ничего еще не видно, куда иду. Так, куда я иду? А, ну все правильно, прям прямо я иду. Можно вообще не сворачивать. Придется свернуть. Я, может, с той стороны можно как-то. Да? Ну почти. Так, давай. Я не хочу обходить. Ой, ёлки! Ой, меня сейчас убьют. Я этого не хочу. Только не в Грансисе, ребята. Мне потом не смыть это с себя. Это позор.
равно крепкие какие-то. Ой, я, наверное, не туда зашел. Хотя нет, туда, туда. Все правильно идем. Ой, вы-то тут откуда, ёлки? Вам самим-то не страшно тут тусоваться? Все пробует. Ты уверен в этом? Так, сюда не надо. Бегал, бегал, и элитного фонаря так и не выбил себе. Хожу в потемках. Правильно идем. Наверное, я высоковато забрался. В ту сторону же надо. Точка последнего задания. Последнее задание есть? Ух. Не топыри. Интересно, их удары можно отпарировать? По сути, ну как бы, они, конечно, очень мелкие такие удары. Но было бы интересно узнать, можно их отпарировать как-то. Ты еще тут. Надо попробовать. Блок ставит, а вот парирование — хороший вопрос. Здесь обычно скелет. Да, но скелеты, конечно, это такое себе уже. Обычные скелеты. Что это обычные скелеты для чувака просто, который победил Даймона и Смерть 200-го левела. Мега жирного, блин. Во-во-во-во-во-во-во. Ах ты! Но с парированиями его явная проблема. Он упал, что ли? Упал вроде. Снизу кто-то еще.
Вниз все падают. Слюни какие-то. Сейчас будет много слюней. Дракона. Сохранимся. Мало ли. Я же без камней воскрешения. Вон рожа уже виднеется. Я думаю, с парированием магмы это вообще, ну как бы, это как раз то, что надо. Плюс замедление сейчас наложим. Вообще, как все это делать? На то, что я делаю, он продолжает каст, не сбился ни на секунду вообще. Возможно, я сейчас помру. Схватил! Надо же, я думал, это удар будет. В его руках мне побезопаснее, наверное. Чё он там кастует? Лед. Это он быстро закастует сейчас. Хорош! Ледозмей, давай переигрывать. Не, ну если амулетами закинуться, конечно, дело быстрее пойдет. Попробуем. У меня еще щит такой слабенький, но он зато... Погнали. Попытка номер 2. Так, сколько у меня осталось-то? Две штука. Да-да-да-да-да, вот сейчас самое время упасть. И с той стороны. Да ёлки! Он подкинулся! Так, это хочу смерть. Ладно, это я успею. Это захват. Он меня заворотил. Смотри, что делаешь. Этот комплекс есть?
там замораживают. Не-не-не, дружочек, не. Я так и не играю. Давай, пока оно не прошло. Готов. Ты рога-то отдашь, нет? Отлично. А этот? Отлично. Крылья. Не, все. Не знаю, можно крылья выбить? До сих пор пытаюсь. Ой-ой-ой, что-то нет. Ну вот, с двух попыток. Конечно, да, как обычно. Вода или грязь? А, вода. Не без амулетиков, как говорится. Но... Так, нормально. Что там за одеяние бессмертного? Обычное, да? Ну да. И рубашоночка. Обыденный наряд. Что пишут про обыденный наряд? Обычная повседневная одежда, какой в Грансисе навалом. Ну и шапочка. Все, уходим отсюда. Это, кстати, новый материал. Возможно, мне он для какого-то оружия нужен, потому что у меня есть пару таких, которые требуют. Собственно, все. Собственно, все. Осталось только камни воскрешения набрать. Так, отсюда чё? А, стоп, что это я? Так, сколько их там? Камушка. О, 16, 17. Ну чё, ребят? Ладно, скоро все пройдет. Будете жить в своем Грансисе, свое удовольствие. Но я не обещаю, что какой-нибудь Аризон не будет здесь шляться все равно. Так, ты чё, парень, скажешь? Золотые браслеты. Чё дают-то? О-о-о.
понятно. Может, у нее и камень? Нет. По 5 штучек всего. Ну, это интересно, конечно, но не более чем. Чё, погнали? Куда нас? Нелегкая, ну давай уж цепляйся за что-нибудь. Заведет. Так. Да попал, не знаю. Раскаяние. Что-то тут будет. А может, ничего не будет. Посмотрим, что будет. Пока сундуки одни. Сколок, камень, забираем. Белое вино. Пешки ходят. Понятно. А, это же этот с переходом, да? Ну да, но здесь что-то будет по-любому. Вот этот парень прикольный. Такие он хорошие вещи продает. Мне, кстати, не помешало бы панацею тоже взять. Пурпурный кристалл. Каменелый орден продает. Ну да, в общем-то, у него... Но вот от грифона все равно ведь ничего не продается. Смотри, что делает, да? Василиска тут. А что Василиск? Василисков полно. Розан. Боль дракона. А что ты для этого, для мистика-то? А, я все купил, наверное. Вот багровый нагрудник у него продается. Можно купить. Но он сейчас даром не нужен. Он уже ужасы, кстати. Ну, так себе они, конечно. Вот это, кстати, интересно. Грозные поножи из шкуры, живущие за разломом твари. То есть, получается, за разломом есть еще монстры. То есть, ну, то есть там есть вообще, в принципе, монстры. Вот это интересно, конечно. Потому что я-то думал, что монстры только здесь. Я удивлен, почему они к атаке ничего не добавляют. Либо они добавляют столько, сколько у меня уже есть. Ну, я куплю их. Пусть будут. У меня таких нет. Так. Вон уже ужаса. Что еще у тебя взять? Перьев. Да не, мне и так тяжело. Ну, странно, почему они ничего не прибавляют к атаке. Семья. Сон, кстати, у них сопротивление сну. Один ради прикола. Сильно они режут защиту-то мне. Ну так,
Нормально, учитывая, что они не прокачаны. А ты прокачивать не умеешь, да? Ну, да. Вот такие страхолюдинские. Но нам подходит. Так, здесь уже монстры будут. Да, я уже слышу. Какой-то каст. А, это этот, голем. Голем, голем. Ладошки ты не сбил, нет? Ну все, последний остался на спине. Или два на спине осталось. Нет. Один. А внизу должны быть эти, как... Ох ты, крыса. Циклоп там гуляет обычно. Ну, за обычно циклоп гуляет. Но этот парень тут типа босс. Успеет он по мне попасть? Блин. Успел. Несмотря на замедление. Шлем-то хоть сними, ёлки-палки. О, броня слетает из них. Субтитры
я и так медленно, ты еще замедляешь. Так, ну, они все, нет? Да, 21, все. Все. Мы готовы. Здесь, по-моему, нет, да, больше прохода. В некоторых есть, в некоторых нету. Мне кажется, да, закрыто. Ладно, тянуть не будем кота за одно место. Так, ну я хотел кое-что глянуть, на всякий случай. Такой какой-то шипастый герой получился. Вот сейчас. Можно, конечно, еще более шипастым его сделать. При желании. Эй, что я делаю? Да ладно, у меня нету рок-грим гоблина. Ну, ёлки. Жалость-то какая. И чё даст? 12, 12, 2, 2. Ну, не сильно. Вот, казалось бы, только что я бился с грим гоблинами. Только что. Вот только что. Только что бился с грим гоблинами. Но ничего не собирал. И ты думаешь, ну нафига тебе, типа, ну, в принципе, действительно нафига. Но все равно, как бы думаешь, ну, а по факту тебе именно этого и не хватает. Да, сет другой, конечно, но в целом... Dark Souls есть персонаж, в шипах бегает. Кирк зовут. Кирк, шипастый рыцарь. Но у меня доспех без шипов. А доспех прям с утыканный шипами, я не знаю, есть он, нет. Наплечники есть, наверное. Но это сет разный. Это сет ереси, вот эти вот нарукавники, это сет ереси, а ноги это с другого сета. Сет ужаса, по-моему, называется. И там есть как бы все, шлем рогатый, там и все такое. Но вот чем отличается золотой от черного, у золотого вот шипы такие сверху и по бокам. А у черного быка у него рога другие. И... Клепки стоят на этих местах. Не шипы, а клепки обычно. Поэтому, в принципе, если смотреть по шипам, то этот больше подходит. Так. Перед тем, как все закончить,
Я, наверное, сделаю бэкап, чтобы мне не терять вот этот вот прогресс. Сейчас выйду и зайду опять. Привет, привет. Так, окружаемся. Ну, я побегал, пособирал, сапоги себе понашел. Чё добро пропадать? Хотя это все в нью-гейм перейдет, но там уже я не знаю. This rift born of... I fear there will be no returning to this. End this, Arisen. May the world be put right by... Мир придет в порядок вашей рукой. Так, пока только 5 летает. Я 20 отдал. Где остальные-то? Что-то маловато как-то. Вот они молодцы. Ну, Capcom. Они даже вот эти камни воскрешения, они привязали прям конкретно к сюжету. Казалось бы, ты сначала такой, типа, тебе говорят, типа, вот есть камни воскрешения, типа, и там, помогите сына, типа, спасти. Дорогой Аризон. Вот. И ты такой, окей. Ну, типа, нашел, такой думаешь, о, ну, типа, понятно, механика воскрешения, короче, чтобы можно было оживить там все дела. Но они это вплели и в квесты, короче, есть квесты. И вплели это в сюжет даже, вот. То есть, ну, предмет не просто так. И он как бы в игре считается, ну, действительно чем-то диковинным, редким. Вот. То есть, и действительно так и есть. То есть, это действительно нечто уникальное, нечто необычное. Камень воскрешения. Как-то так. Ладно, погнали, чё. Бам. Тут прикольно так. Туманка. Туманочка. Сейчас будет много разговоров. Well met, Arisen. I'll not waste time on rhetoric. Defeat me, and take my place as keeper of this world. You saw it awaiting you at the end of your descent. Aye, the same world you've traveled to arrive at this place. A world you may well now inherit. It is a simple proposition, no different than any you've faced. You need only the will to claim what is offered you. Конечно, многие это уже видели. The will to survive. Ну давай, одноглазый юнир, жги. Ой-ой-ой. Серьезно? Ты будешь спамить этим светом? А его можно спарировать? Свет. Слушай, бьет так нормально. Я боюсь, я не успею сделать глубинное страдание. Один удар. Just as you call forth pawns, so I command all life into existence. Call it divine creation if you must, but expect none of the mercy men seek in their gods. This is cold truth, the unbending reality of a world without compassion.
The world and all its denizens are but empty vessels. In that regard, no different than the pawns. Without volition, there is no true life. The world falls stagnant, dead as an ocean with no current to guide it. That volition is tempered by the struggle for survival. The decision, just like yours, to fight. Just as the pawns need a master's command, so the world thirsts for the will to live. Воу! Да ёлки, не... Я забыл подхилиться. Всё, ребят, это концовка моя. Я драконом стал. Вот так вот. А что вы хотели? Я не буду переигрывать. Все, стал драконом. Григорием. К сожалению. Чё, а что сделаешь-то? Ну не подхилился, не успел. Ну как раз, видишь, рога, шипы, все подходит, все подходит. Самый настоящий. Слушайте, а это будет как вот сейчас титры, концовка, все дела? Не, ну по сути, да? Логично же. Игра завершилась, все. Это одна из концовок, по сути. Что мне покажут сейчас? Ну да, все. Все, 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 все. Все. Игра закончена. Прошли Dragon's Dogma. Концовка немножко не та, которую все ожидают. Но оно так и так заканчивается, как бы суицид. Блин, да ладно, брось, переиграть. Ну, окей. Все равно это проигрыш. Все равно можно переиграть, да? Я просто не знаю, я не знал, что будет после этого. Поэтому я думал, ну, раз концовка, так концовка. Ох, ну, это просто достижение. А, ну, защищаюсь. Ща я его парированием огня долбану, ребят. Подальше отойдем. Надеюсь, я не могу убежать от него. Все, вот сейчас. Давай. Я готов. Подхилимся. Давай, 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 давай. Ладно, придется, ладно, нормально. Что там книжку показывают, прикольно. Пешка, все дела. Ну давай, стреляй уже, ёлки-палки. Я же все тут. Ну вот он стреляет, когда что-то делает. Что ты до этого не стрелял? Кое-как дерется. Ну, убил меня один раз. Еще одного дракона сделал, боже мой. Да ладно, ты гонишь. Сопротивляешься? Ой, я его замедлил. Его можно замедлить. Его реально можно замедлить. Звук был такой. Такой, ну все, я победил. Победил. Кого победил?
себя. Что ж я теперь мертв? It is time to decide. Will you claim your right as a risen? Or shrug the burden and seek peace in oblivion? Just so. One foot after the next, come what may. That is what it means to live. Turn back now and I will grant you a merciful death. У меня были причины это сделать. Я все в доске. Что вы имеете против черного? Кто не подчиняется старшему? Заключительная битва, испытание решимости. Давайте для испытания решимости мы тоже сделаем все по моде. Я знаю, будут тут любители ударить там все такое. Тоже хочешь меня ударить? Бежит, бежит, бежит. Вы тут с герцогом Эдмундом что ли заодно? Да ну у вас там. Дед, успокойся. Да ёпта. Как-то пинать-то еще можно. Это вообще попасть не может. С кинжалами. У бабы дают. Слушайте, я не здоровье отнимаю. Реально. И это туда же, блин. Дурёх. Идите все. Вы ничего не понимаете. Блин. Испытание воли. You are close now. So very close to me. Оба-на. Come, Arisen. Главный герой. I shall meet you on your own terms, joined by my own companions of old. Вот он не понимает, что я не похож. Stand now at its end, Arisen. Мы другие, ребят. Слушайте, получается, и им можно проиграть что-то. А? Смотрю, он спамит. Что это такое? Ща, погодь, глубинным страданием долбанул. Хватай его! Хватай! Нормально, эпично получилось. Ох, как доспехи хорошо выглядят. Ах, красота!
Arisen, forgive me. Да ладно, что там? Я тебе брюк спорол. All I've done was to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next. And the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly. Ну никудышный из нас синишаль получается, честно говоря. Или нет. Возможно, все гораздо сложнее, чем кажется. I present you with the Godsbane blade. Those who arise to oversee this world are undying. Save by this brand's kiss. I ask that you, as the world's new seneschal, use it now to vouchsafe freedom to your weary servant. А чё так темно? Где мой фонарь? Хоть бы свет включил у себя, синишаль, блин. New crown sovereign, keeper of eternity. Grant me now, the fire of my life is spent in guttering. If there is aught you wish to know before my death. Ну, спрашивать мы, наверное, не будем. Сами пройдете, сами спросите. Вот. As you wish, Sinisha. Yours is the will that drives the world. The act and turn it shall in perpetual peace. Что-то отвечает все равно. Your soul newly arisen. Until that day, I pray. I am defeated. Pray. Vow. Ты реально хочешь доверить мир вот этим людям? Ну, окей. Ничего не делать, вот еще есть, оказывается, вариант интересный. Ничего не делать. Что это значит ничего не делать? А, просто, да, отойти, побегать здесь, да? Дай подумаем. Он странно сел. Руки не на подлокотнике, а себе на коленки поставил. Ладно. Надо заканчивать все это. New crowns. If there is aught you wish to know. Warn me not. Ну, конечно, ты рад исходу. At long last, I am free of eternity, of infinity, free of the cruel, unending ring. О, чувак уровень получил. Жизнь синишали. Ну, в общем, здесь уже ничего интересного не будет. Садимся на трон. Отправляемся в Касардис.
либо в Гранд Сорен. И ходим вот такой, как это, безвольная пустая оболочка. Как он говорил, так и есть. Ух ты, глубинное страдание. Ну-ка. Глубинное страдание будет работать? Ой, ёлки! Жуть какая, а. NPC-то я вряд ли могу этим убить. И, конечно, попробовать можно, но страшно. А главное, кого? Здесь же одни люди ходят. Ой! Смотри, на него действует. Но он не умер. Хорошо, хоть не выжил. Ребенок сидит. Я могу детей хватать. Жуть какая вообще. Парень, ты меня видишь? Я в разломе наверху. Скажи им, чтобы кто-нибудь пришел с волей, или ты воспитайся так хорошо, ну, чтобы мог мое место занять. Окей? Договорились. Все. Буду ему шептать теперь. Ладно. Ну, нет, на самом деле все здорово. Я тут не помню, как мне наверх вернуться. Вот. А, надо выйти из Касардиса. Наверное, теперь наконец-то мне дадут поплавать. Серьезно, я могу по морю гулять? А, нет. Даже если мешали, это не под силом. Да брось. Слушайте, ну я довольно далеко забежал. Он довольно далеко забегает, если мешали. Ой-ой-ой, нет. Даже синишаль не все силы. Против воды. Ладно, чё. Да, по-моему, надо выйти за пределы Касардиса. И все. И мы вернемся наверх. Этот все повышается, смотри на него. И вот с ним я могу поговорить. Нет, стой, куда ты опять? Ну, ёлки-палки. Я хотел с пешкой поговорить. А тут такое. Ну ладно, Гранд Сорен. Ну, Гранд Сорен вообще ничего интересного. В замок нам не дадут войти. Все как обычно. А с ним нельзя говорить? Зачем ты сейчас уж можешь помочь? Ты уж и так помог всем, чем мог. Снаряжение, все осталось. Ладно, чё. Погнали. Ну вот, он, вот здесь вопрос, остается он править или нет. По сути, мы себя убиваем, то есть перестаем быть синишалем. Но с другой стороны, если учесть то, что синишаль доставал меч из себя, то и в нас должен быть меч. Значит, сейчас, совершая суицид, мы
убираем в себя меч и становимся синишалем, или мы себя полностью убиваем? Вот вопрос хороший. Как бы там ни было, погнали. Задание выполнено. Бесконечное существование. Зашибись задание. Он в Эверфолле летит? Я раньше этого не замечал. Тут пешка обрела себя. Оба упали в воду. Пешка кричала: мастер. И она продолжает кричать: мастер. Но она уже стала мастером сама. О, ничего себе, Мэдалин! Вот это сюрприз. Нифига себе. Ну, кто достался, тот достался. Улыбается. Да ты посмотри, какой я страшный. Все, теперь он вместо Аризона. Пешка стала Аризоном. Надо было хоть шлем этот страшный снять. Он же для того, чтобы с монстрами. Так, у меня, оказывается, запись слетела. Блин. Зараза, я не заметил, что у меня запись слетела. И я не знаю, когда она слетела. Короче, вот концовка. Я не записал, оказывается. Векс. Я не записал часть титров, которые хотел глянуть. Я вообще не помню, на чем я закончил. Блин, вот этот... Захват видео какой-то странный, он работает, который встроен в Windows 10. Я им пользуюсь. Он очень странно работает. Он отключается и все. Ну, в общем, вписали нас в книжку из PvK, Mystic. Вот. И, видимо, когда начинается какая-то кат-сцена, он начинает резать. Блин, я вообще боюсь, что я концовку не записал. Вообще эпик фейл будет, мне придется все заново перезаписывать. Бейзил, дополнительная пешка, собиратель исследователь, маг 10 уровня. Интересно, когда я его брал, не помню даже. Что хотел сказать, то что уже говорил, но я повторюсь. Капком молодцы, проделали офигенную работу. В частности, как его зовут-то, блин, самый главный у них по игре этой. Я не помню его имя. Тоже какой-то этот. Но его здесь сейчас напишут по-любому. Вот. Ну вот такая компания огромная, да, она может сделать хорошую игру.
И вот этот вот чувак, который все это затеял, он давно планировал сделать в открытом мире RPG. Вот. И у него получилось, что можно сказать. Очень хорошая игра получилась. Не похожая ни на одну. В то же время фэнтези, в то же время открытый мир. Квесты, все как должно быть сделано, все сделано. Побочные квесты, главные квесты, все. Все на уровне. Боевка вообще лучше сложно найти, блин. Несмотря на то, что есть Dark Souls, его хорошей боевой системой, отличной боевой системой. Здесь она, ну, превосходит, во всяком случае, хотя бы потому, что здесь можно... Здесь ты более свободный в бою, и ты можешь забраться на монстра, можешь... Очень много техник боя, очень много техник боя. И это выгодно отличает Dragon's Dogma от остальных. Вот. Отличная игра. Шикарная игра, сделана с любовью, все. Ощущение тоже можно такое поймать от нее, что ты играешь вроде бы в JRPG, но все это облечено в западный стиль такой, где все модели, все прорисовано, 3D, то есть это не 2D, где ходит там компашка. Компашка ходит, но она ходит в 3D, она ходит, она... Бьется реал тайм. Вот. Круто сделано. С вниманием к деталям. С любовью сделано. Жаль, что в свое время не повезло немножко со временем выхода этой игре. Она попала как раз тогда на Западе активно играли в Skyrim, по-моему, да. Да, в Skyrim играли активно. Немножко она, по-моему, чуть позже вышла, чем в Skyrim. Ну и Dark Souls тоже выходил в это же время примерно. Чуть раньше, то есть, чуть раньше вышел Skyrim, чуть раньше вышел Dark Souls. Вот фэнтези такие тайтлы, хотя она ничем, ну, по многим параметрам она круче, чем тот же Skyrim. Хотя я не играл. О! Комплект герцога. Спасибо. Спасибо за комплект герцога. Спасибо. Мне дали достижение. Почетный ветеран. Почетный ветеран. Данные вашего предыдущего прохождения сохранить, загрузить, можете начать новую игру со всеми своими старыми вещами. Они будут доступны в хранении. Опять она перестала записывать. В общем, все. Игра пройдена. Хард мод, соло. Конечно, да, вначале я бегал с пешкой. Ну, хард мод, чё. В принципе, можно было и соло справиться. Она не особо роль не играет. Хотя было страхово, конечно, было страхово. Ладно, всем пока. Дальше, не знаю, наверное, какое-то время... буду думать, что выкладывать, что не выкладывать, куда дальше двигаться. Если есть предложения какие-то по Dragon's Dogma, у меня есть мысль поиграть с пешкой и попробовать вырастить пешку-убийцу. Ну, чтобы пешка в основном монстров убивала. Хотя, конечно, это будет непросто. Ну, это, естественно, надо за мага играть, чтобы бафать ее там всем необходимым. Вот, играть за мага и пешка там, воин или боец тот же, чтобы, как сказать, помогать ей справляться с монстрами, воспитать такую пешку. Вот. Либо что-нибудь еще придумать. Есть, допустим, True Paladin Challenge, который придумал Сэм Райдер. Вот, там определенные правила. Ну, там тоже либо мистик, либо боец. Ну, скорее мистик, потому что какой из бойца паладин? Ладно, всем пока. Будем думать, возможно, на время пропаду я какое-то. Может, что-то еще буду выкладывать. В общем, всем спасибо за просмотр.
Долгое было прохождение, не полное, но достаточно длинное, чтобы уже пора было завершать его. Так что все, всем пока.